В последнее время в социальных сетях увеличилось количество видеороликов, демонстрирующих нарушение правил дорожного движения. Все подобные случаи моментально берутся под контроль службы безопасности дорожного движения, которая расследует нарушения ПДД и принимает соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности. В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель Mercedes-Benz выполняет управляемый занос, более известный как дрифт, тем самым препятствуя свободному и безопасному передвижению других водителей. Сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента и Управления безопасности дорожного движения провели расследование и установили личность водителя. На него составлен протокол по части 2 статьи 128 Кодекса об административных правонарушениях. Также стало известно, что пассажир Лассетти угрожал своему здоровью, вылезая из люка движущегося автомобиля. Личность водителя и пассажира автомобиля установлена. На нарушителей был составлен протокол по части 4 статьи 138 Кодекса об административных правонарушениях. Республики Узбекистан. Зарегистрирован случай вождения в нетрезвом виде. Как сообщается в Ангрене, водитель ВАЗ-2106 признался в употреблении алкоголя, но от освидетельствования отказался. В отношении нарушителя областной службы безопасности дорожного движения составлен протокол и приняты соответствующие меры.